С нами сейчас два Михаила, Антон, несколько гостей. Можете написать в чат, откуда вы, из каких компаний, городов. С радостью познакомимся, пообщаемся. Еще буквально минуту подождем и начнем наш вебинар. У нас есть гости из Санкт-Петербурга. Виталий к нам тоже присоединился. Приятно, что есть люди. Екатеринбург тоже с нами. Чудесно. Ну и, конечно, никуда без москвичей, что тоже приятно. Да, друзья, познакомились, но, наверное, больше тянуть не будем. Ведется запись. Вебинар, как всегда, будет выложен на YouTube, так что все желающие смогут его посмотреть. Сегодня мы говорим про решение домофонии в портфеле компании Appymatica. Такая громкая тема нашего вебинара от Китая до Швейцарии. Вот пройдемся галопом по всей Евразии. На первом слайде вывели логотип Fanvil как наш основной поставщик решения домофонии, но, конечно же, не единственный. Наверное, вы знаете эти бренды, с которыми мы также работаем, кроме, собственно, компании Fanvil. Это также швейцарская компания Nista, премиальные домофоны, израильская компания ITS, домофоны этой компании мы тоже продаем с нашего склада, и также мы работаем с компанией из Китая J&R. Сегодня мы про эти устройства говорить не будем. Пометка «Смотреть следующий вебинар» действительно, потому что сделаем отдельный вебинар про защищенное промышленное оборудование J&R, среди которых также есть и интеркомы, взрывные панели, но они, пожалуй, выделяются среди остальных брендов тем, что J&R не позволяет полноценно реализовывать именно функционал домофонии. То есть двери открывать с помощью них не получится, это в первую очередь устройства, направленные на другие задачи, поэтому мы про них поговорим отдельно, а сегодня сосредоточимся именно на том, что позволяет управлять открытием дверей и именно полноценно реализовывать функционал домофонии в этом понимании. Конечно, это не отменяет того, что устройства и Fanvil, и Nista также могут, в свою очередь, работать как просто вызовные панели, как интеркомы, что можно позвонить на них, дать звонок или получить сразу картинку или аудио, но все-таки, да, в первую очередь это, конечно, домофоны. Собственно, начнем с компании Fanvil, пускай вас не пугает этот логотип, а весь экран, надеюсь, что вы его и так знаете и помните. Компания работает с 2002 года, главный офис в Китае, таким образом уже почти 20 лет работы на рынке ВАИП. На международные рынки компания начала активно выходить 7 лет назад. Сильная R&D-команда у Fanvil, два собственных центра разработки, расположенные, опять же, в Китае. И профессиональная команда технической поддержки есть. Можете при желании лично пообщаться с представителями Fanvil по-английски или, опять же, общаться с нами на русском языке, с нашей технической поддержкой, как кому удобнее и понятнее. Fanvil открыл новые офисы в разных городах. Вот красивые картинки на слайде. Ну, лишний раз доказывают действительно, что компания развивается, достигает успехов и не останавливается в развитии. Да, простите за небольшую задержку в картинке. Действительно, к разработке своих собственных новых продуктов компания относится яростно и трепетно. Больше 60% от общего числа сотрудников – это именно команда разработчиков. И уже больше 10 патентов на собственные изобретения оформила компания Fanvil, что тоже нас не может не радовать. Мы поставляем различные товарные категории оборудования
Funwheel, такие как отельные телефоны, наверняка вам знакомые, специальные модели телефонов для колл-центров, всевозможные аксессуары. Но сегодня мы поговорим, конечно, именно про домофоны от Funwheel, которые вы видите в центре экрана. Коллеги, напишите, пожалуйста, картинка сейчас у вас есть перед глазами? К сожалению, похоже, есть какие-то технические трудности. Поставьте, пожалуйста, плюс или минус. Видите ли вы сейчас слайды? А, прекрасно. Хорошо. Ну вот, собственно, серия систем доступа включает всепогодные антивандальные видео или аудиодомофоны и интеркомы для применения как на улице, так и внутри помещений. Ну, давайте расскажем обо всем по порядку. Исключительное качество аудио и видео достигается за счет полнодуплексного HD-аудио с их компенсацией и также HD-видео с камерой 720p. Мультизащита устройств поддерживает самые строгие требования. Пыль и влагозащита IP65, антивандальность на высшем уровне ИК-10, устойчивость, что особенно важно в нашей стране, к экстремальным температурам до минус 40 градусов, ну, на самом деле даже больше. Понятное дело, что производители заявляют запасом, чтобы точно все работало. Ну, понятно, что 42 градуса мороза тоже эти устройства, условно говоря, не испугают. Способы доступа также поддерживаются разнообразные, как ввод пароля, так возможность приложить RFID-карту или брелок, ну, собственно, здесь уже не принципиально, и дистанционный доступ по звонку, то есть разные способы попасть в помещение с помощью устройств Funwheel. Сферы применения самые разные, везде, где требуются вызовные панели или домофоны, какие-то места массового скопления людей, возможные центры экстренной связи, куда может приходить информация с наших устройств. Также, как интересный пример по всему миру, во всевозможных тюрьмах и местах заключения используются домофоны Funwheel. У нас пока не можем похвастаться какими-то успешными проектами, раскрыть эту информацию с УСИН, но действительно, эта тема актуальная, и в подобных заведениях устройства используются действительно нередко. Ну, конечно, будем надеяться, что человечество придет к тому, что тюрьмы рано или поздно не будет, но пока что мы живем в таком мире. Ну и, конечно, коммерческие предприятия, офисы, склады, лифты. Там, где нужно установить домофонию для входа и контроля доступа, парковки, зоны въезда, шлагбаумы. И вот бензозаправки – это тоже интересный пример, потому что здесь можно привести некую конкретику. Вот в прошлом году в сети заправочных станций в Краснодаре была установлена модель Funwheel i12 для осуществления переговоров от терминала до, собственно, сотрудников заправки. И понятно, что на самом деле сфера действительно ограничена, то есть везде, где есть двери, по большому счету, будь то аэропорты, отели или что бы то ни было иное, музеи, тренажерные залы, школы и так далее. Уже упомянули про это, но буквально пару слов про, собственно, степени защиты. Для вашей информации, устройства Funwheel поддерживают степень IP-защиты по первой цифре
что означает пылезащищенность, либо 5, либо 6. Вы, соответственно, в спецификации каждой модели можете найти то, что вам нужно. В большинстве моделей именно шестерка, то есть максимальная степень пыленепроницаемости. И если говорить про защиту от воды, то, опять же, это либо 4, либо 5. В большинстве устройств именно пятерка для наружного использования, то есть это сильные струи. В принципе, выше уже не требуется, потому что, ну, кейсов того, что требуется установить домофон, условно говоря, под водой при погружении, ну, такого еще не было, но если будет, будем с этим разбираться. То есть, по сути, степень защиты IP65, она полностью удовлетворяет требования защиты для установки на улице, будь то дождь, снег, всевозможные погодные условия, все будет замечательно работать. И защита по антивандальной специфике максимальная, ИК-10, что соответствует падению груза весом 5 кг с высоты 40 см. На самом деле это много, 20 джоулей, такое убить может легко. Так что против каких-то вредителей устройства замечательно защищены. И, собственно, сами модели, начнем по порядку. Fanwheel i12, простая вызывная панель, имеющая в своем составе два реле, конечно, поддержку POE, HD-звук, ну, видео, понятное дело, в ней нет. Вот могу продемонстрировать, она у меня есть в руках. Ну, кстати, можете обратить внимание, кто внимательно смотрит, что вот надписи на этой вызывной панели, в данном случае это выставочная, поэтому здесь надпись call по-английски и иероглифы по-китайски. Ну, соответственно, под ваши задачи, под ваши проекты может быть выполнена любая надпись на любом языке, смотря что конкретно нужно. Кнопка, которая также светится, если бы он был подключен, ну, понятно, сейчас я просто держу его в руках. Исполнение корпуса весьма качественное, качественный металл, то есть очень приятно, на самом деле, он и в руках, и на вид. Вот такая достаточно простая, но надежная вызывная панель в розничных ценах за $245 примерно, работающая во всевозможных температурах и действительно широкий радиус захвата голоса до 1,5–2 метров тоже отличает Fanwheel, что не обязательно говорить именно плотно прислонившись к домофону, установленному где-то на стене, можно разговаривать на комфортном расстоянии, но, соответственно, громкие динамики также дадут вам все услышать. Ну и, соответственно, конечно, на эту панель тоже можно позвонить изнутри, если нужно организовывать такую схему связи, чтобы можно было посылать звонки двусторонние. На предыдущем слайде было отмечено первым пунктом две степлини. Часто возникает вопрос, не очевидно, зачем. Для каких-то домофонов, каких-то устройств это проектное решение под заказ, но вот именно модель Fanwheel i1202 сейчас выходит уже на рынок, мы буквально на следующей неделе об этом объявим, как стандартное решение, которое можно покупать со склада, не под какие-то проекты. В стандартном исполнении две кнопки SOS и INFO, но опять же это все можно заменить, сделать так, как удобно заказчику, смотря что нужно, например, название двух компаний. Если это один домофон на две двери, опять же, два реле в нем есть. Две кнопки также светятся разным светом. Вы видите на картинке логотип Fanwheel в верхней части. Конечно, его тоже можно заменить при желании, например, на логотип вашей компании. То есть это все возможно. Возможности кастомизации, естественно, всегда присутствуют. В остальном все те же преимущества, что и в рассмотренном нам ранее модели i1201, отличает, по сути, только наличие двух кнопок уже в базовой комплектации. А цена на него будет буквально на несколько долларов больше, чем на i1201, так что все в том же достаточно приятном бюджетном ценовом сегменте. Идем выше, наша следующая модель Fanwheel i18s. Это уже устройство, которое предназначено для, опять же, установки на улице. Также есть, как видите на картинке, козырек, который дополнительно защищает от прямого попадания снега. И у устройства есть камера. Здесь уже поддержка HD-видео. То есть это вызывная панель с возможностью организации видеосвязи. Человек, находящийся внутри, сможет посмотреть, кто, собственно, к нему пришел.
Ну и опять же, вот этот козырек, все тоже продумано, как вы можете видеть, защитит от возникновения какой-то наледи, может быть, на камере. Так что изображение вы всегда будете получать. i20s – это устройство, в первую очередь, предназначенное для установки внутри помещений. То есть диапазон рабочей температуры не такой большой, как вы видите. Но, опять же, есть доступ и по карте, и по паролю. Полный функционал где-то в тамбурах при входе в здание или уже внутри помещения, например, в бизнес-центре или при входе в квартиру, почему нет. Вот вполне можно установить именно такое устройство. Ну, опять же, крепится оно на стену, то есть это не врезное исполнение, а настенное. Устройство с кодом i30 также предполагается для установки внутри помещений, уже с полноценной клавиатурой, также поддержка HD-видео, две SIP-линии. Ну, собственно, полную спецификацию можете всегда изучить на нашем сайте или потом скачать презентацию, видео, запросить у меня материалы. Никакую информацию мы не скрываем. i23s – это, опять же, уличное исполнение, также с камерой, с поддержкой входа по карте, по коду, по паролю, по звонку. То есть здесь тоже весь полный функционал присутствует. И i31s. Здесь уже камера ночного видения с широким углом обзора. Это, по сути, премиальный домофон от Fanville с максимальным набором функций. Вот так он тоже замечательно выглядит на картинке. И некая таблица сравнения. Ну, опять же, наверное, сейчас не будем разбирать каждый пункт по отдельности, вы всегда сможете всю эту информацию получить, изучить. То есть, по сути, домофоны Fanville поддерживают разный функционал под разные задачи заказчика, будь то по температуре или по степени защищенности, по количеству реле или по наличию HD-видеокамеры. Периодически, да, возникают вопросы, что, может быть, там не все комбинации возможного функционала учтены. Например, если нужен домофон одновременно и с двумя реле, и с клавиатурой, и с видеокамерой. Тут не надо расстраиваться. Во-первых, под потребности конкретного заказчика, под проекты все возможно. Например, обсуждаемая доработка модели i31, в том числе с нами, китайские партнеры это обсуждали. И в этом году также будет расширение линейки домофонов Fanville. Следите за нашими новостями. Все обязательно появится. И новые взрывные панели, и, собственно, домофоны с самым широким функционалом. И ответная часть тоже будет. Обязательно об этом объявим. Думаю, будет очень интересная новость. Вот в этом году уже вышла модель i1202, но это, конечно, далеко не единственное, чем нас порадует производитель 2019. Дополняет все происходящее некие аксессуары, например, шлюз Fanville PA2 на две SIP-линии, поддерживающий потоковое видео, также достаточно широкий диапазон температур, то есть можно установить где-то либо в холодной серверной, либо в каком-то подсобном помещении неотапливаемом. Достаточно бюджетное, как вы видите, устройство. И вот примерно так выглядит схема применения данного шлюза в неком здании, будь то на производстве или, может быть, даже в жилом доме. Возможность подключить переключатели, замки электрические, вызывные панели, IP-камеры. Все это также прекрасно будет работать. И еще одно устройство, SIP-колонка от Fanville, IW30, позволяет организовать систему какой-то громкой связи, оповещения, будь то на предприятии или в жилом доме. Опять же, ну, на улице, конечно, лучше не устанавливать, не такая высокая степень защиты и температура не такая большая, то все-таки скорее это для внутреннего исполнения. И специально указали на этом слайде габариты 16 на 24 сантиметра. То есть, может быть, на картинке масштаб непонятен, кажется, что это большая колонка, которая где-то устанавливается. Нет, она достаточно компактна, но при этом громко и качественно окажет связь или, соответственно, оповещение в случае наступления какого-то события. Сертификаты качества на все оборудование есть как, естественно, китайские, международные и российские. Все документы, сертификации
все есть. Мы, как всегда, все возим легально и по белому, так что за это можно не переживать. Всегда готовы все документы предоставить. Фанвил выступает во всевозможных мероприятиях. Вот, например, на выставке «Связь» в прошлом году даже на 3 стендах было представлено это оборудование, естественно, на нашем тоже. Приходите на выставку «Связь» в этом году. Мы, конечно, с радостью все покажем, расскажем, найдем, чем вас удивить. И другие мероприятия, обучение у нас проходят. Следите за новостями компании «Эпиматика», регистрируйтесь, в том числе и по оборудованию «Фанвил». У нас будут всевозможные семинары, обучение, вот розыгрыши призов, как на правой картинке довольный хозяин гостиницы получает свой премиальный телефон. Конечно, Фанвил – это не только отельные телефоны, но и домофоны, о чем мы сегодня разговариваем. Вот, например, в Екатеринбурге у нас скоро этой весной намечается мероприятие, так что можете потом также написать. Насколько я помню, у нас вот Михаил в чате есть из Екатеринбурга. Думаю, вам тоже будет интересно в этом мероприятии поучаствовать. Ну, кстати, например, в Владивосток наши коллеги едут на следующей неделе. То есть мы стараемся быть в регионах. Вы также можете нам писать, что-то предлагать, встречи, мероприятия, конференции. Мы всегда рады поучаствовать. Награды есть как международные, так и китайские. Конечно, в России оборудование уже достигло признания. Так что здесь тоже всегда есть чем похвастаться. Интересно, реализовано на сайте самой компании Фанвил на международном собранные кейсы со всех стран. Можно, соответственно, сделать фильтр и посмотреть, какие были реализации именно в странах СНГ. Их действительно уже десятки и не сотни, это только то, что собрано конкретно на сайте с отзывами, логотипами, некими референсами. То есть всегда можно проверить, понять, что действительно серьезные компании самых разных отраслей используют это оборудование. Вот привели, это краткий буквально список того, где используются в том числе и домофоны Фанвил, как отели, так и банки, вузы, государственные, всевозможные промышленные предприятия, операторы связи включают их в свои предложения в России, в Казахстане, в Беларуси, то есть, по сути, самых разных городов можно найти примеры реализации, а при желании сходить, лично посмотреть, как работают Фанвил, и куда-нибудь позвонить и попробовать зайти с помощью наших устройств. Перейдем к сип-домофонам компании Nista. Тоже уже несколько лет работаем с этим производителем. Швейцарское качество разработано там. Качественные премиальные домофоны. Ну, конечно, они не дешевые, но зато действительно производят впечатление и безотказно работают. Корпус из алюминиевого сплава. Действительно чистый алюминий. Используются пьезокнопки, что гарантирует качественную работу в разных ситуациях. Даже при большом морозе, но сама компания Nista на этом не останавливается. В этом году будет обновление линейки, новые сплавы, новые технологии, чтобы обеспечить, например, работу при совсем экстремально низких температурах, ну, например, минус 60-70 градусов в каких-то таких кейсах. Естественно, про это тоже будут новости, все расскажем. Легко оборудование монтируется. Действительно, вот у нас в офисе стоит оборудование Nista, мы входим с помощью этих домофонов. Локализация, естественно, есть. То есть возможности как кастомизации в плане, например, логотипа на домофоне, так и в топовой модели с экраном можно вводить текст в несколько строчек именно на русском языке, если это нужно, какое-то приветствие, какую-то важную информацию. Поддержка гигабит Ethernet, естественно, вандал-устойчивость. Хоть и разработано в Швейцарии, но в компании Nista работают непосредственно несколько наших, так скажем, бывших соотечественников, то есть есть русскоговорящий персонал, поэтому при желании даже заказчик, партнер, ну, естественно, мы можем лично пообщаться без каких-то языковых барьеров. И хоть оборудование не дешевое, но по соотношению цена-качество действительно имеет место быть, потому что при таком высоком качестве цена кажется уже и не слишком высокой. В модельном ряде три устройства, соответственно, от более простых с одной пьезокнопкой, то есть кнопка «позвонить», до более сложных уже с полноценной клавиатурой, с видеокамерой, с экраном, поэтому, соответственно, можно выбрать то, что нужно под какой-то конкретный проект.
У всех устройств два независимых реле. Опять же, можно двумя, например, дверьми руководить с помощью домофона NIST на две компании поставить, если будет такой. И высокое качество как камеры, так и микрофонов, динамиков, тоже все будет хорошо видно и слышно. Совместимость со всеми известными мировыми платформами. Тут тоже скрывать нечего, все протестировано. Устройство представляет собой, по сути, устройство все в одном, то есть и обеспечение безопасности, и возможность связи и управления с помощью телефонии, возможность также постоянного видеонаблюдения и контроля, это немаловажно, потому что два независимых видеопотока идет. Постоянный поток на, например, монитор охранника, который может в режиме реального времени следить за тем, что происходит в радиусе захвата домофона, и видео во время вызова, ну, конечно, H264 поддерживается, что тоже достаточно важно. Задачи могут решаться самые разные, о чем мы уже сказали, в том числе разграничение доступа в разное время, например, днем-ночью, единая приемная на несколько компаний или одна точка входа на одну компанию или на дом с возможностью постоянного контроля. Автоматический вызов по срабатыванию датчиков, конечно, весь необходимый функционал присутствует. Области применения самые разные. Везде, где нужно установить качественный домофон в премиальном исполнении, то есть это могут быть какие-то мини-гостиницы высокого качества, бизнес-центры, компании, в том числе и IT-компании, компании, куда приходят люди, которым нужно продемонстрировать качество и помещение, произвести какое-то впечатление, банки, риэлторы, какие-то другие организации и так далее, естественно, частный сектор, какое-то элитное жилье, пентхаусы, таунхаусы и так далее. Поезда, тоже интересный кейс, действительно, ну, в России таких инсталляций не было, но вот в Европе эти домофоны часто используются в поездах, так что, может быть, условно говоря, в Сапсане действительно можно установить NIST как средство связи. И несколько примеров решений, примерно как это может быть организовано в бизнес-центре с использованием SIP-видеотелефона как ответной части. Опять же, наша АТС Ястар, почему нет, нашего сервера видеорегистрации MailSite. Все прекрасно работает вместе, получается такая интересная схема. Но, кстати, говорили про FunVille, но NIST тоже в этом году будет радовать новинками, в том числе ответной частью, так что ждите наших интересных новостей. И в частном секторе тоже можно организовать это примерно так, с использованием любого персонального устройства, будь то смартфон, ноутбук, для открытия двери или ворот от своего отдельного дома. Ну, опять же, можно объединиться вместе с соседями с помощью двух реле, тоже такие кейсы возможны. В многоквартирном доме реализуется все примерно так же. Абонентские устройства, опять же, могут быть разные, в том числе и наши простые настенные телефоны под брендом IP-Matic. Если кто не знает, можете зайти к нам на сайт, их изучить. Открытие, да, двери с помощью кода доступа до 99 кодов можно запрограммировать. То есть, по сути, это действительно большой многоквартирный дом, но редко, когда в подъезде больше 100 квартир. И вот как раз вот этот кейс с поездами, в том числе с применением датчиков задымления, датчиков движения, питание осуществляется по ПОЭ, все прекрасно, замечательно работает. Если вы хотите получить какую-то более подробную информацию, прайсы, таблицы сравнения, эту презентацию или какие-то другие материалы, сводные таблицы с основными характеристиками, мы готовим такие специальные шпаргалки для нас и для наших партнеров, пишите на мой адрес, меня зовут Илья, повторюсь, и точка Иванов, собака, ipmatic.ru, с удовольствием все, вышли. Не только, да, эти два бренда, я рассказывал вам вначале про бренд ITS, вот так тоже выглядит этот домофон, он тоже очень приятный и качественно исполнен. Вот конкретно у меня в руках с блоком питания, но ПОЭ, конечно, тоже поддерживает. Отдельные слайды под них не делали. Ну, тут секрета полишинели нет. Компания ITS непосредственно больше не существует. Собственно, мы продаем домофоны с нашего склада и непосредственно сами оказываем техническую поддержку.
так что не переживайте, тут проблем с этими домофонами не будет. И в этой связи у нас действует отличная акция по ценам на домофоны ITS. Они, опять же, в разном исполнении, с клавиатурой, с одной кнопкой, с камерой, без камеры, врезное исполнение или, соответственно, настенное. Ну, вот конкретно у меня в руках настенное устройство. Всего 9 моделей представлены. Так что, если хотите получить очень качественный домофон, произведенный в высокотехнологичной такой стране, как Израиль, по очень приятной цене и, соответственно, реализовать какой-то проект, обращайтесь. Все всегда обсуждаемо, ну и, собственно, в прайсах вся информация есть. Ну и такой небольшой бонус. Сейчас мы еще дополнили эту акцию тем предложением, что специальный защитный козырек, подходящий для домофонов ITS, собственно говоря, и NISTA, мы просто дарим при покупке. Так что какой бы домофон вы ни взяли, можете получить в подарок вот специальный козырек, который улучшает защиту от дождя, снега, от образования какой-то наледи. Так что, ну, примерно как-то так это выглядит. Действительно, не лишнее, если устанавливать домофоны на улице. Могу сказать, что в нашем старом офисе компании Epimatica мы использовали именно домофон ITS. У них есть две линейки, Pantel, Pancot. Нареканий не было, даже в самый лютый мороз все прекрасно работало. Так что проверено, оттестировано на себе. Пользуйтесь нашей акцией, пока оборудование и козырьки, что немаловажно, есть в наличии. Всегда приятный повод сэкономить, получить качественное оборудование. На этом я, пожалуй, закончу, откланяюсь. Вот логотип FunVille на последнем слайде напоминает все-таки о нашем основном поставщике домофонного оборудования, интеркомов, контакты на слайде. Если хотите задать какие-то вопросы, пишите, звоните. Если есть какие-то вопросы сейчас, также можете написать в чат. Ну вот уже полчаса общаемся, слайдов презентации. Я думаю, что информации много. Можете ее переварить, обдумать и за всеми уточняющими вопросами потом обратиться. Ну, действительно, вижу, что сейчас в чате вопросов нет. Давайте, наверное, на этом закончим. Конечно, еще пару минут я послежу за чатом. Может быть, если у вас все-таки какой-то вопрос возникнет. Вопросы будут потом. Нам пишут в чате. Это прекрасно. Вопросы – это всегда хорошо. Обращайтесь. Ну, все-таки сейчас на всякий случай пару минут послежу за чатом, с вами прощаюсь, всего доброго, обращайтесь за прайсами, покупайте оборудование FunVille, NISTA, ITS, будем рады и приходите на наши следующие вебинары, где-то через месяц полноценно расскажем про такой бренд, как Giant R. Всего доброго.